Смертников, как правило, привозили тайно, ночью, в машинах с надписью «хлеб» или «мясо». Заводили в барак и оставляли ждать. Расстрельная команда начинала работать на рассвете. Выводили небольшими группами, сверялись со списком и приводили приговор в исполнение. Бутовский полигон был образцово-показательным местом казни. Ежов должен был озаботиться тем, чтобы показать, как это делать. Собственно, сюда и приезжали учиться.